В семье Остриогла, живущих в ЖК «Зеленая аллея», сразу двое детей пойдут в школу. Эдуард – 7 класс, Мелания – в 1-й. Всего же в семье трое детей, а работает только папа. Поэтому в местном отделении партии «Единая Россия» приняли решение сделать подарки ребятам к 1 сентября. Акция «Собери ребенка в школу» – это ежегодная акция «Единой России», которая проводится на территории Ленинского округа. На сегодняшний день, это 31 августа, мы доставили наборы и первоклассников, и школьников, рюкзаки со всеми канцелярскими товарами. Порядка 50 семьям. Среди тех, кто получил подарки, и наши герои, но в этот раз один из членов семьи получит не только рюкзак. Очень много заданий задают уже на компьютере, современные, а у них нет технической возможности, такой физической, материальной, наверное, возможности, да, приобрести ноутбук, компьютер, ничего. Вот наши спонсоры подключились, и, собственно, сейчас все будет. Неожиданному подарку в виде ноутбука будущий семиклассник Эдуард был весьма рад, хотя и признался, что использовать девайс собирается не только для учебы. Вообще сейчас они очень сильно нужны в учебе. Как, допустим, на тех же дистанционных заданиях, так и в решении олимпиад. Ясно. Ну а игры ты играть будешь, нет? Конечно. Позже мама Нелли Остриогла, не скрывая эмоций, рассказала, что когда ей позвонили и сообщили о подарке к 1 сентября, до глубины души была тронута таким проявлением заботы о детях. У меня даже дар речи был потерян. Минут 20, секунд 20 я просто молчала. И она говорит: вам что, ничего не надо? Вы что, а почему вы молчите? Я говорю, это такой шок был для меня, вот до слез, правда. Подобные акции призваны показать, что в партии «Единая Россия» прежде всего ценят не слова, а дела. И это многих не оставляет равнодушными. Мы только что приехали вот с очень важной миссией, вручили такой набор девочке, которая приехала из новых регионов. У нее горели глаза, она счастлива, готова идти в школу, достигать новых успехов. Она рада была познакомиться с нами и вступила девочка в молодую гвардию. Это очень круто. Всего в микрорайоне «Зеленой аллеи» 9 ребят получили в подарок школьные принадлежности, как в рамках губернаторского проекта, так и благодаря акции «Единой России». Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.